Сергей Михалков, бездельник светофор, в лесу, где все без правил ходили до сих пор, однажды появился дорожный светофор, откуда-то с дороги принес его медведь, и звери прибежали на технику смотреть. И первым начал ежик: какая ерунда нужна для светофора, и ток, и провода. А если он не будет как следует гореть, то нам на эту штуку не стоит и смотреть. Я с ежиком согласен, сказал зевая бог. А если бы он работал, какой бы был в нем толк? Когда гонёшь зайца, мне вовсе смысла нет. Бежать на свет зеленый, стоять на красный свет. И я сказал зайчишка: когда уже бегу, следить за светофором, простите, не могу. У нас лиса сказала: порядки здесь свои, и нам на перекрестке не нужен пост ГАИ. Мне тоже он не нужен, сказала звонкий крот. Я сам себе пророю подземный переход. Услышав под собой разумные слова, я вообще летаю, прогукала сова. И мне совсем не нужно на красный свет смотреть, когда я перекресток могу перелететь. Осталось все как было, шумит дремучий бор, качается на елке бездельник светофор. Но мы с тобой не зайцы, не волки, не кроты. Хожу я на работу, и в школу ходишь ты. А мимо мчат машины стальные муравьи, и нам на перекрестках нужны посты ГАИ. Они нам помогают, нас учат с малых лет шагать на свет зеленый, стоять на красный свет.